яровая пшеница триза, вот одиночное, можно сказать, растение. Очень мощное, конечно, здесь питания много, но здесь можно рассматривать, во всяком случае, потенциал. Вот такой колос. Наверное, это самый максимальный. Соломина толстая, нижний ярус, во всяком случае, не страдает от болезней, от недостатка питания. Не ложится. Возможно, здесь корневая система очень мощная. Скорее всего. Так что вот так вот. И также здесь вот в начале участок. Колос на колосе.